А правда, это ведь не фламинги. Журавли розовые. Всем привет. Привет, ты уже снимаешь? Да. Ребята, а у нас лето. Смотрите, как красиво. Ну, лето еще не до конца. Почему? На улице горит. Вон заказы наши поехали. Сами, да? Сами. В общем, друзья наши дорогие, мы вам обещали еще в прошлом году, такие вредные мы, снять садовую мебель. Мы, кстати, несколько раз снимали, но почему-то обзоры запарывались. Мы пытались, да? Снять. Что-то технически какие-то, то-то, другое было. На каком-то моменте что-то заканчивалось. Да. В общем, сегодня ничего не произойдет, мы в этом уверены. И даже не помешает коронавирус. Коронавирус тоже. Мы вам покажем все, что есть. Кстати, тоже наш заказ поехал. Мы будем работать или не будем работать? Мы будем работать. Вот, в общем, пойдем показывать всю садовую мебель. Я сижу на своей самой любимой линейке Иплара. Это массив акации. Ребята, неушибаемая мебель. Спокойно зимует на улице. Но под чехлом. Но под чехлом желательно. И без чехла зимовало людей. Тань, когда вода попадет в этот в структуру дерева, все равно будет... И будет отрицательная температура, он ее разорвет. Я не знаю, спокойно на улице где живет. Ну просто я понимаю, что если ее не укрыть, не побеспокоиться... Ее можно тоже... хранить в холоде, но не давать намокать ей. Просто собрали, убрали? Да. Вот. И Плара здесь будем показывать или дальше? Ну, все, что тут есть, тут покажем. Ну, здесь больше не поразбираешь, потому что здесь красиво все сделано. Ну, хорошо. Вообще линейка очень широкая. Вот я сейчас сижу за большим столом с откидными крыльями. Кресла, стулья, диванчики, настенные панели. Даже на балкон можно сделать. Так, из красоты выходим. Релаксировали. Все посмотрели? Ну, все, закрывай камеру, пошли заказы собирать. Как обычно. Ну, давай начнем с этого, с гриля. С гриля? А что, нет? А что тебе мешает? Ну, давай с гриля. Гриль классом. 17 тысяч. Подстолье Иплара. 4500. То есть сам гриль 13, подстолье 4500. Гриль, ну, в Африке гриль. Ну, просто, не знаю, мне кажется... Газовый, гриль... угольный. Гриль, надо отдельный обзор. Ну, угольный. И все, да? Иди, показывай. Это, ребят, пока новое, все чистенькое, блестящее. Но когда это все дело обгорит... Два раза пожарить, и эстетики вашей больше не будет. Пожалуйста, уголь положили, вкусняшек наложили, закрыли, температуру поставили, вперед. Куда ты поставишь температуру? Это просто датчик температуры. И вот ты никак не отрегулируешь. И вот ты отрегулируешь только углем. Нет, так. Воздуханчик там есть. Пропусти, ты мешаешь. Пожалуйста, пожалуйста. Вот заодно как раз покажу людям. Вот она штука. Регулирует температуру. Пойдем показывать мебель. Пойдем, пойдем. Так, о чем уже говорила, линейка Иплара очень широкая. Помимо вот такого вот большого стола, есть длинный, за которым я сидела. Есть диванчик, возможность подвинуть его как самостоятельно, чтобы стоял. Вот, да, хотя бы вот. Диванчик цельная конструкция, 6500. Я не знаю, как показывать все артикульные номера. Да и просто давай название, а дальше, да. Если по серии забивать, там все это будет. На сайте, ребят, все есть. О чем говорила, массив акации, древесина очень твердой породы, то есть нет вот этой пористости, которая есть у сосны, которая есть у березы, поэтому спокойно она выдерживает любую влагу. Серия очень удобная и очень износостойкая. Смотрите даже, да, то есть материал не тяжелый. Вот. Так у нас это, спортом начало заниматься, теперь да нет, ей просто, все нипочем. Просто скамейка легкая. Скоро меня будет на руках таскать. Газель скоро на руках будут грузить. Нет, газели там много, а меня достаточно. Так, стол Иплара, 1,40 на 1,40, 12 тысяч. И вот который прямоугольный, он 1,40 м, дальше идет 2,30 м и до 2,60 м раскладывается, вот за которым я сидела. Угу. То есть здесь уже выбираете по... как бы своим характеристикам, да, у всех больших столов, где-нибудь сюда, тут дырка,
Это для зонтика. И поэтому, если вы используете где-то не на веранде, не в беседке, то тогда вот это зонтик убираем, дырку, да, ничем не закрываем, сюда можно поставить поднос, цветок и прочее. И Плара представлена только в таком цвете. А дальше, смотрите, идем сюда. Блин, Дим, нам придется вон, пойдем туда, вернемся, покажем по диванчикам, потому что здесь не все представлено. Mm-hmm. Кто-то насвинячил. Дальше вот такое кресло. Куда ты? Ну, ты поставь я... какое-нибудь место, давай. Я к тебе прибегу. Давай, я ставлю, ты бегаешь. Вот такое кресло. Это тоже цельной монолит. Просто садовое кресло. Еще смотрите, IKEA же хитро делает, она не распродает выставочные образцы летние, а убирает их и заново ставит. Поэтому вот, например, стол посвежее с прошлого года, а кресло где-то года два или три. У него постепенно вот так и стирает. Ну, кстати, это да, для вас показатель. Постепенно стирается вот так покрытие. Ну, вполне тоже эстетично смотрится, да? Дальше вот такие вмятины могут появиться на Эплара, но при этом вот ногтями пытаюсь сделать, следов особо не оставляет. То есть, ну, все-таки что ты хотела? Твердость? Акация, да, плотный материал. Вот такое классное, ребят, садовое кресло. Знаете, куда берут в основном? Пожилым родителям. Когда, допустим, на шезлонг неудобно. Да я и сам не прочь посидеть. Дима, ты и на стульчике посидишь. Здрасте. 35 лет прожил, все на стульчике, блин. А вот как оно раскладывается, что-то я не въеду. Спинка, наверное, приподнимается. Да, вот, смотри. Да, 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 все. То есть вот так вы откинулись, это полушезлонг. Ну, я говорю, это очень удобно для людей, которым уже тяжело вставать с низкого. С шезлонга, с раскладушечки. И вот, то есть здесь раз точка, два, три, четыре точки регулировки. Короче, на нем можно даже поваляться. Так. Пойдем дальше по Эпларам. Сейчас еще покажу некоторые нюансы. Есть еще скамеечка. Кстати, скамеечку часто используют как маленький столик. Ну, вполне возможно, да? Креслице поставили рядом. Ну да, почему бы нет? То есть такая, знаете, универсальность. На балкон берут ребят очень часто. То есть у кого нет, например, частного дома, дачи, где все это можно красиво оборудовать. Нет, какой должен балкон быть? Квадратуру, чтобы вот это поставить. Нет, люди маленькое берут на балкон. Маленький столик. Вот, пожалуйста, тебе столик для балкона. Это стол книжкой Плары. 6999. Пойдем, покажи механизмы. У тебя у мамы подобный стол в зале под чем-то стоит. Но не на балконе? Ну нет, ну это же для балкона. Видишь, он маленький, но извините, для балкона именно. Вот он. Максимально 133. То есть это классическое раскрывание книгой. Ну, получается, он также выходит по ширине, как и стол. Это как можно дополнительное... Вполне можно дополнительное. Для увеличения стол, места, да, для гостей. Дим, то есть вот он. Ну, стандарт. В сложенном виде. Но здесь уже нет никаких дополнительных каких-то скрытых элементов, там, из ДСП или прочего. То есть здесь все. Здесь даже сам крепеж из массива акации. Вот он весь такой. А потом, смотрите, из простых стульчиков... Вот просто обычный стул 2700, стул садовый. Еще из фишек. Я уже подзабыла просто. Он, мебель легко складывается и хранится где угодно. То есть часто эти стулья берут на кухню именно как, если по стилистике подходит, как складные стулья. Садовый табурет из этой же серии 2000. Ну, табурет самый популярный. Да, кстати, их очень часто заказывают. И пойдем мы с тобой все-таки вернемся к Эплару, к диванчикам. Хочу про них показать. Гриль мы уже сказали, что есть подставка для гриля. А, слушай, а у нас их нет в собранном виде, получается. Просто у Эплара есть еще отдельные секции, с которых можно делать диваны. Может быть, они дальше будут? А может быть, это в шатре? Можно в шатре. Кстати, вот о чем говорила напольная, вот эта напольная, настенная вот эта панелька. Полочки. Так что вот это вот на балкон. Вот это ты со мной согласен. Это исключительно балкон. Это на балкон берут очень часто. Это очень удобно. Сюда ставят маленький столик. Полка отдельно продается. Полка 600 рублей. На панельку ценник не повесили. Около 2. Я прям до копейки не помню уже. Так, пойдем дальше по сериям. Ребят,
Ну, мы, получается, не по бюджету идем, да, а по тому, как они стоят. Потому что по бюджету нереально. Еще одна серия из массива акации Асхольмин. Но, друзья мои, если эплары – это цельные брусочки, соединенные, то Асхольмин – это склейка. Дим, пойдем покажем. Прям хорошая склейка. Кстати, в этом году очень грубая склейка, я бы сказала. Прям очень. Потому что Покажи мне, где ты копал. А вот нашел. Вот, прям вот. Вот. Ну, это грубо очень. Грубо и трещинка. Просто в прошлом году у нас брала одна кофейня на улицу. Такие столы и стулья. И у них, смотрите, сейчас покажу. Вот здесь попался очень большой сучок. Клиент сел и прям под попой провалилась. Ну, Икея поменяла без особых проблем. Это имейте в виду. Значит, Асхольмин тоже из массива акации, обработан акриловой морилкой. Его минус то, что он из склеенных частей. Ну, вот стул, кстати, в этом году, смотрю, цельной. Склеек не вижу, склеек больше все-таки на столе. Может быть, учли нюансы прошлого года? Нет. Оказалось, все как и было. Склейка есть. Иди сюда. Ну, хотя бы брусочки заменили на цельные. Металлический механизм складывания, тоже все это легко. И, в принципе, неплохо себя показало по эксплуатации. Просто вот почему я за эплара? По эплара за все 10 лет, просто вот сколько мы работаем с доставкой IKEA, столько эплары производят. Браха не было ни разу, да, Дим? Ни одного раза по эплару не было. И клиенты, которые заказывают потом, через несколько лет приходят, спрашиваешь, они говорят, да, ребят, все классно, нам очень нравится. Кстати, все вот эти мягкие подушки, все мягкие чехлы продаются отдельно, так же, как и чехлы для хранения. Следующая серия – Фахольмин, Асхольмин, Фахольмин. Тогда бы уж по номерам пронумеровали. Стол номер один, стол номер два. Кто-то забыл сумку, я ее бесконечно перекладываю. Значит, Фахольмин представлен столом и садовым креслом. Садовое кресло 3000, тоже массив акации, но здесь уже такие цельные брусочки. По стилю, конечно, отличается от эплара, но и чуть подешевле ценник. Мне цвет этот не очень просто нравится. Хотя было бы желание, да, ну не, перекрашивать проще эплара тогда взять. Ну, я думаю, почему цвет он будет удачный в том случае, на обтирании не будет сильно заметно. Не так заметно будет, да, вот на стирании? Эплара, она вот заметная очень будет на стирании, а вот этот цвет? Ну да, здесь я с тобой соглашусь. Здесь тоже массив акации, все хорошо гладко обработано. Но смотри, иди сюда. Я знаю, что на эту камеру сможешь показать. Вот здесь более шершавые дощечки по обработке, вот здесь более гладкие. Поэтому вот здесь прям вот неприятно даже руке. Дощечки миксуются. Сучки есть везде. Но сучки более-менее такие вот не сильно проблемные. Большой стол 153 на 73 стоит 5300. Кстати, мне кажется, вполне его можно как кухонный стол взять. Да? Бывает так, что вот, ну, кто-то просит чуть стол побольше, но не раздвижной. Спокойно можно как кухонным пользоваться. Домой? А? Домой? Да. Ну вот тебе нужен по размеру стол 1,50 м, раздвижной, тебе нет смысла покупать, ты его больше не раздвинешь. Ну, если только по стилистике, если подходит. Ну, понятно, да. Так, пойдем дальше. Вот, давай, прям по порядку. Здесь, друзья, металл. Вообще, кстати, мебель садовую выгодно покупать в распродажу в летнюю. Ну, что-то в прошлом году нифига не распродавали, да, Дим? Да, пожадничали. Пожадничали, потому что обычно каждый год распродают, а в этом, ну, в 2019 году, наверное, решили смысл распродавать, если можно убрать и в начале сезона опять продать. Поэтому, может, ну, я не знаю, твоя логика немножко неверна. Я могу судить по новогодней коллекции. Они также могли бы некоторые части запаковать и оставить на следующий год. Звезды Стролла хотя бы. А их очень сильно распродали, прям скинули безумно. Ну, безумную здесь, цену. Короче, мы не маркетологи, и мы можем только предположить. Да. Так, Сальхольмин, господи, Асхольмин, Сальхольмин, Фальхольмин. В общем, Сальхольмин представлен садовым стулом за 1700. Сразу скажу, гораздо тяжелее, чем массив. Понятно, что это железяка. Подушечка. Сейчас мы подушечку вот так уберем. Так. Ворчуны. Давай-ка я рюкзак боком тебе. Я закидываю, чтобы у меня спина была. Холодный, зараза. Терпи, терпи. А?
Все ради контента, да? Все ради контента, но холодный, не знаю. По мне жабловато, ну хотя ничего не скрипит. В общем, если вы хотите мебель, которая вообще у вас будет жить на улице и спать, и вина зиму ее не уберете. Но мне реально холодно. То есть я сижу, и мне попе холодно. По сиденью, в принципе, нормально. Смотрите, из фишек, где открытая вот эта часть. Поэтому если вы более массивной комплекции, вы спокойно уместитесь на этом стуле. Все стулья протестированы по весу, как и обеденные, до 110 килограмм. Ну да, расстояние очень большое вот это. Ну, у сиденья, вот, у спинки. Спинка сама маленькая. Ну, в принципе, спинка. Это, кстати, сталь. Полностью вся линейка стальная. Сталь и полиэстерное порошковое покрытие. Ну, вот это можно на зиму оставлять под снегом. Так, дальше стол. Стол у нас складной. Тоже принцип книжки. Вот он. То есть в узкой части у нас получается в сухом остатке 24 сантиметра, когда вы его хотите убрать. Блин, он реально просто ледяной. А, так, если мы откидываем одну половинку вот так. Давай я одну половиночку скрою. Это. Давай. Так, здесь тоже все металл, но есть несколько пластмассовых элементов. И, кстати, никакого скрипа нет. Обычно все-таки есть такие моменты у железной мебели. Вот в таком виде стол 77 сантиметров. Если сейчас я его целиком обратно раскидаю, он будет 1,30 м. По механизму, ребят, все хорошо, ровно. Никаких скрипов. Ну, сразу вот скажу. Мне не к чему придраться к садовой киевской мебели. За все годы вот только один раз вот у Асхольмина проволомили. Но были вопросы к пластиковой мебели. Не знаю, сейчас дойдем, посмотрим. А ее сейчас нет. Нет, все. Вот видишь. IKEA оставили сегмент подороже, но более качественный. У нас у самих зонт большущий, который уже не первую зиму, да, живет. Да, мы обленились даже в этом даже году и не сняли чехол. Мы просто его так одели, и стоит он стоит. Так, это показали. Дальше. У Сальхольмен есть еще и обычный стол. Смотрите, тоже есть для зонтика. Если надо, вскрыли. Кстати, да, хорошо, если не надо, закрыл дырку. Да. Цветочек положил. Аккуратно. 6500, 115 на 74. Точно такая же сталь с таким же покрытием. Новенький стульчик. Ой, лёдненький какой. Смотри-ка, его и на кухню можно, да? А он и на кухню. Мне кажется, прямой конкурент будет это... Терье. Похож, да, по стилистике на Терье. Интересно, сейчас присяду. Торпары. Мебель из пластика и стали. Только он подороже будет. 1500. Вот, ой. Так, спинка более-менее, сидушка за счет вот этого выступа прям врезается под ноги. Долго я на нем не просижу. То есть использовать, ну, как кухонный, не знаю. Здесь пружинит, непонятно, как будет выдерживать нагрузку. Дороговато за 1500, лучше вот такой металлический за 1700 купить. Да ты говоришь, там неудобно то, что расстояние большое. Нет, большое расстояние наоборот, то есть она там спина как бы утопает, более-менее спине комфортно. Просто вот, ну вот здесь как-то вот жабловато. Ну хотя так он сбитый, плотный. Наверное, складные пластиковые стулья. Вообще, пока для меня стул спорный. Если у кого-то уже есть, возможно, так как в Европе, да, в других странах появляется раньше, чем у нас, и вы уже пользуетесь, расскажите нам, а то, может быть, я, как обычно, как Дима говорит, придираюсь ко всему, чему только можно придраться. Так, стульчик давай покажем изнутри. Так как все-таки, ну, это новинка. Ну да. Железяка, пластмасс. Параллельно рассказываем про зонтики. Значит, смотрите, зонты на самом деле у IKEA разные. Разные крестовины, разные опоры, разная ткань. Из нюансов имейте в виду, что зонтики всегда попадают в летнюю распродажу стабильно. Но основания редко попадают. Сколько мы не ловили оснований, Дима в итоге сделал сам. Так, у нас сейчас зонтик. Не, я сделал из-за того, что вот мы хотели купить вот такую часть бетонную, вот. Но она перестала почему-то продаваться резко. И папа начал колхозить. Не колхозить, а построил целый подиум. Значит, сейчас мы с вами смотрим зонтик Линдея Бетсоп. Диаметр 3 метра. Ткань с УФ защитой 50. Дим, меня ведь слышно? А как же. Очень хорошо. Значит, сама ткань плотная, классная.
от дождя вполне защитит, но если будет ливень тропический, это вас не спасет. Нет, Тань, однажды мы попали под ливень, у нас же квадратная. Да, и сидели под ним. Нет, да, какая квадратная? У нас зонтиком, зонтиком. Если у нас будет, наверное, мы ее покажем. Его, мне кажется, нет уже. Выдержал. И ливень такой с сильным ветром, правда, с таким ощутимым был. Мы не ощутили, капля не прошла. Мы ушли, Дима с отцом остались сидеть. Так, зонты все продаются, ребят, по частям. Опора для зонта здесь бетонная, большая, 4000. Опора называется Huvon. Сам каркас зонта деревянный, складной, коричневый. Это каркас вот именно, даже вот с учетом вот этих вот кроме железочек. Кроме текстиля. Вот это каркас, сам зонт. 6000. Он наклонный, то есть его можно сделать прямо. Просто здесь все зафиксировано, ребят, мы трогать не будем. А можно наклонить, как вы хотите. И сама ткань 1500 всего. Я до сих пор помню, Дима как-то: ой, давай сами сошьем. Угу. За эти деньги даже шить не согласишься, сколько просят за зонтик. Возможно. Но зонт, Дим, ну это реально альтернатива шатра, да, вполне? Да. Давай еще здесь рядом стоят зонтики, про них расскажем, потом дальше вернемся к мебели. Так, значит, зонт. Да что? Зараз такая. Huvon голубой. Диаметр 2,70. Есть еще точно такой же белый. Вот здесь уже комплектация продается целиком. И сама ткань, и металлический каркас. Только единственное, что основание продается отдельно. Здесь, видите, уже специфический диаметр, то есть он будет не в середине стоять, он будет боковое место съедать. Это тоже нужно учесть, если вы решили взять такой зонт. Но большое преимущество этого зонтика от этого? С этим, он имеет свойство регулироваться по высоте. Да, кстати. Как и наш. Я боюсь... Что-то все так стоит жиба, поэтому трогать я не буду. Ну, вот там кнопочку надо нажать, и оно будет или опускаться, или подниматься. Вот там как-то надо подергать ее, нет? Не получится. Не получится. Так, кстати, у этого зонта UF-защита 25. Все чехлы съемные можно спокойно стирать в стиральной машинке. Пойдем покажем еще один зонтик, и дальше будем по мебели. Вот вполне такой среднебюджетный зонт, когда чего-то хочется. Всего 1700, 2 метра диаметра, зонт Samson. Здесь уже потоньше ткань, но тоже UF-защита 25. Основание к нему продается отдельно. Ну, смотри, он интересный. Также на бок ставится он. Вот кнопочку нажимаешь, а вот, да. И он на бок складывается, да. От солнышка. Да, наклонили куда надо, опять нажали. Он даже, кстати, блин, интересно. Если у вас багажник очень большой, как у нас в Азии, то, в принципе, можно на юг взять такой зонтик. А, под ним сидеть? Конечно. Покажи, как выглядит в сложном виде. Смешно. Одна попа торчит только. Что-то там забыла, Татьяна Павловна. Прятаюсь. Так. Ну да, вот высота и бок. Очень, кстати. Вот. Ой, кстати, классно, да? То есть можно это вот так опустить и валяться под ним. Не в этом дело. Оно очень хорошо, когда так, не контровой, когда солнце в зените, угу. А столик поближе подставил с креслом, да, и... Кайфу. Ты в раю. Ты в раю. Да. У Димы мечта на берегу моря пару дней под зонтиком пожить. Да, кстати, ребятушки, мы планируем ехать в июне. Все-таки мы выбрали. В середине июня, предварительно, мы едем в Анапу. Бабушки с детьми у нас будут там. Мы поедем на пару дней в Керчь. Из-за барабульки только. Из-за вашей барабульки на рыбный рынок и на Чакрак. За грязью. Поэтому кому нужно, чтобы привезли мы именно к вам, мы с вами заранее спишемся, и вы заказываете то, что нужно, мы из Нижнего привезем. С нами можно договориться. Вот. Мы вообще добрые. Да вообще можно, в принципе, встретиться даже. Обязательно. Мы в Казани звали всех встретиться. Никто не пришел. Ну, у нас условия были немножко иные, мы торопились. Ну, мы если куда-то выезжаем, это обучение. Дальше. Новая линейка Bondholmen. Новинка, ребят. Сейчас будем разбирать вместе с вами. Вот такой трон. Крепенький. М? Крепенько. А? Смотрится крепенько. Ну, пожиже и плара, сразу скажу.
Но удобней. Но удобней. Даже вот я с рюкзаком. А если без подушки? Как думаешь? Будет удобно? А без подушки как? Как на деревянной лавочке? Как без подушки? Все равно там площадь-то большая. Ну, как на деревянной лавочке. Так, массив эвкалипта уже, друзья. Все экзотично и экзотично. Натереть. Значит, 5000. Что ты хочешь натереть себе? Эвкалиптом, да? Массив эвкалипта натереть, из него хлорофилипт выделить, который в листьях содержится и, может быть, еще и в дереве. Давайте. Только не вздумайте есть. Ты вырежешь, надеюсь? Да куда уж такое вырезать-то? В общем, давай смотреть. Интересная, да, вот эта часть. Пуму не должна развалиться. Если я сейчас сломаю, меня бьют и больше не пустят. Тут свидетелей много так. Сразу купишь. Слушай, что классно, то есть оно широкое. Любой крупный грузный человек сюда уместится. Грузный? Хорошая спинка, такая полноценная. Ну, мне нравится. Но я... минус неразборный. Ну да, то есть с ним вы же ничего, друзья мои, не сделаете. Не соберете, не разберете. Это вот как есть. Ну, такой тяжелый, по сравнению с Эплара потяжелее. И смотри, есть еще круглый стол к нему в комплект. Кстати, а есть возможность, что он штабилируется, нет? Нет, он не будет штабилироваться. Ноги прямо. Да. Эти мне просто меня вот это смутило, вот эта вот боковушка. Ну, наверное, видишь, эти выходят, то есть не соштабилировать. А дальше, садовый стол Бальхольмен. Стол с круглой столешницей, идеальное решение, бла-бла-бла. Так, акриловая морилка, массив эвкалипта. Ребят, 11 тысяч, диаметр 108. Не хочу портить дизайнерское решение. Дырки нет под зонтик. Поэтому, в принципе, ну это именно такая, да, хоть садовая мебель, хоть на веранду. Интересен по ножкам, я вообще изначально думала, что он как-то складывается вот по картинке. А это нет, вот такое решение. И подожди, должна быть дырка. Да. Нет, прикинь, не дырка, хотя вот здесь... Не, ну да, я тоже, кстати, вот заметил вот это вот. Да, перекрестие труба, вот да, это, да. Хоп. Она, кстати, даже и без основания хорошо стояла. Нет, иди. Здесь деревяшка. Вот я руками сейчас вот здесь, с деревяшки в пальце. Вот так. Ну да. Ну прикольно. А, кстати, иди сюда, давай покажем. Берете смотри. Короночку. И выпиливаете. Когда да. Муж с руками, это счастье. Иди сюда. Это был комплимент. Смотри, покрытие по эвкалипту. Вот интересно, получится, как она себя покажет. Давай, отрабатывай камеру. Ну, она не такой степени камера. Чтобы тебе прям вот макросъемку вот делать. Видишь, вот объектив-то не тот. Не совсем ровный спин. И вот по этому спину получается как в зазубринках все вот это дело. И где гарантия, что это не пойдет в облупление, потому что там пузыри. Плюс, например, вот стол все-таки, да, 11 тысяч, ну как-то вот. Вот я не вижу, Татьяна Павловна. Нет, ну вот, смотри, вот лохматый край. Может, ты сфотографируешь? Ну, этот ставишь? Объектив не всесильный. Давайте, ребят, сейчас я сфотографирую. И ставишь то, что я имею в виду. Да. Угу. Сфотографировал? Ну, люди уже увидели. Все, Танька это заклинил немножко. Нет, меня не заклинило. Мне надо показать нюансы. Вот этот бокс сфотографируй, пожалуйста. Сфотографировал. Все, пойдем. Моя любимая серия Шеланд. Ни разу она не была, зараза, в распродаже. Охрененно смотрится, классно в эксплуатации, брали некоторые кафе, довольны до соплей. Значит, два вида. Комбинация стали со сталью и комбинация стали с массивом акации. Вот такой стол, 13 тысяч. Сочетание двух цветов серого, темно-серый и светло-серый. Столешница 7 тысяч, постолье стоит 6. Тоже плюс, что можно всегда поменять, что-то изменить. Алюминий. Размер. Забыла. Так, кстати, столешницы две штуки. Это вот раз столешница и вот два столешница. Две части. Так, размер одной столешницы 86 на 72. Значит, в общем, 156 на 90 стол целиком. Цельные размеры. Ребят, тоже никаких нареканий. Вот как бы я не хотела придраться, но мне придраться не к чему. Алюминий, полиэстерное, порошковое покрытие. Легкий. Дим, далеко не убегай. Крышечка для зонтика, даже на веревочке. Это на случай, если вы чего-то вдруг решили потерять. Антивандальная. Антивандальная, да. И при этом, смотри, ровно. То есть не выступом,
а именно ровно. Мне очень нравится у них кресло. Оно тоже складывается по принципу Эйплара. Кстати, в прошлом году их брали, когда по Эйплара. Вообще по Эйплара, по креслам периодические перебои бывают. То есть их просто пробирают быстрее, чем производят. А сейчас с учетом закрытых границ вообще неизвестно, как будет. Поэтому берите, пока есть. Здесь у нас 8500 стоит кресло. Полностью тоже все алюминий и сталь. Регулировка. Сейчас разверну. Ну, без подушки пользоваться им очень холодно. То же самое, как у Эйплара. Полушезлонг. Раз. Полулежа. Два. Три. Четыре положения. От прямого угла 90 градусов до почти 180. Точно такой же стол. На 500 рублей дешевле. Здесь массив акации. Также столешки продаются отдельно из двух частей. Цвет называется светло-коричневый со светло-серым. Не акация, вру, и не краснею, эвкалипт. Структура другая. Красивый. И по цвету, ну, не знаю, ты по цвету вытянешь, он в камере у тебя более серый, а тут он более такой. Не, не, приятный, нормальный сочный. Цветопередача. Не ругайся ты так сильно. Халка показать? Хорошо, если килограмм 3-4 весит. Я теперь что боюсь ты? Иногда. А? Татьяна. Их возможность. 136 сантиметров длина этой лавочки. Тоже очень удобно. Периодически берут как низкий столик куда-то так на веранды садовые. Так, этот сегмент показали, пойдем дальше. Друзья, мы из садовой мебели переместились в такую садово-балконную мебель. О чем Дима говорил, куда такие большие вещи на балкон. Ребят, вот, вот это я соглашусь, что это чисто балкон-балкон. Скажи, красота. Да, да, да. Но не тот стол-то. Не надо. Опа. Это Асхольмин. 2200. Вообще места не занимает. Хоть себе покупай. А? Хоть себе покупай. У тебя теперь там этот, Альберт живет. Дальше. Альгольд. Найдешь? Альгольд. Альгольд. Альберт. Соль, все. Не так, надо мне так стул оскорблять. Стул мы уже смотрели, да. Плохая старушка стала, мне есть пора. Эйплара, складной стол, 80 на 56. Ты поближе его покажешь или видно там его? Ну так ты видишь. 80 на 56, смотри. Тоже вот так крылышки убираем. Крылышки более быстро бегают. Вообще места не занимает, просто стена. Угу. Поэтому вот та панелька, которую я вам показывала в начале, в самом, спокойно сочетается с этим столом. Ну, для балкона прям няшка. Для балкона прям красотень. Только цена, конечно, не очень радует. Цепляюсь за эти. Не, я про цену говорю. Цена не очень радует. Да на белом. За такой кусок дерева 3500. Сделай сам. Хорошо. Садовый стол, стул. Фиян. Могу, говорит, фиянуть, могу нафиячить. Пластиковый. Фихануть. И нафиг хуячить. Более на гунде похож, да? Да. Но гунде стоит 800 рублей, а этот 1100. Вот один... Ой, лучше гунде, ребят. Жидкий. Он качается, как, прости господи. Нет, точно не. Вот это я даже... Я его никогда клиентам не рекомендовала, потому что нет смысла переплачивать. Там получается 300 рублей. Найдете всегда, что на них купить. Проще взять гунде. Так, пойдем дальше. Меларо. Стол. Меларо. Стул. Стол. 5000. 80 на 26. Ничего, короче, не складное. Никуда не... А, нет, складное. Но не будем, здесь красота. Металлическое полностью подстолье. А здесь, сейчас вспомню, уже не помню верхушку. Массив акации. Mm-hmm. Садовый стул. 3700. За эти деньги можно ингольф взять, да? Присядьте, пожалуйста. Так, ну, как я люблю, да? Скошенный край, удобно под ногами. Мой многострадальный рюкзак. Сегодня пойду за сумкой через плечо. Мне нравится, комфортно. Не жибло, ничего не качается. Даже без подушки на нем удобно сидеть. Еще покачался, если квадратный профиль-то. А? Если квадратный профиль, еще качался у тебя он. Я тебя вообще не слышу здесь. Квадратный профиль стула. А-а-а. И что это значит? Ну, то, что он устойчивый.
Сегодня, Татьяна, что-то у нас это... Туплю я уже все. Ну, ты объясни, квадратный профиль. Хорошо, человек услышит, ты что, квадратный профиль? Ну, смотри, вот профиль овальный, он изначально уже проигрышный вариант, потому что он гибкий. Я не понимаю, что он по словам профиля. А, ты вот под это, ты про это имеешь в виду? Конечно. Ну, так объясняй, ты же мужская половина. А как я по-другому могу сказать ты еще? Это квадратный профиль у стула. И он не будет качаться? Он не будет качаться. В общем, если тоже жесткий изначально. Получается, если мы хотим... Тихо, тележка. Если мы хотим изначально выбрать более крепкую конструкцию, мы выбираем не такой вот профиль, а более квадратный. Или круглый, или квадратный. Либо круглый, либо квадрат. Вот этого я не знала. Поэтому... Овал, он изначально уже проигрышный вариант. Не надо просто думать, что другие знают то же самое, что и ты. Да не, ну тут такое... Я не знала. Я Америку не открыл, Татьяна Павловна. Америку я не открыла, если сейчас тебя начнут грузить системы налогообложения, ты тоже не обрадуешься. Так, все, на сейчас молчу. Так, дальше. Мы смотрели с вами Бандхольмен из эвкалипта. Есть еще такой балконный, ну, либо небольшой, двухместный, за 6 тысяч. Заодно добрались параллельно зонтик. Вот, кстати, это один вообще из бюджетнейших зонтов. Сам зонт 2000, а опора 1500 к нему. То есть полный. Получается, тоже балкон для нас, да? Хочешь, ну так-то да, по-моему, это для открытого балкона. То есть это можно поставить к стене. Ну, потому что я смотрю по это, утяжелителю, он это, полусфера идет. То есть где-то там на пляжу лежу и в море я гляжу? Нет. Не вариант, именно домашний балконный. Так, давай вот так тогда, чтобы пока там дизайнеров нет. А, Сальхольмен мы с вами смотрели, большие столы, есть круглый, диаметр 65 сантиметров, 2000, кстати, всего вполне адекватный ценник. Лейки в черно-синем свете, ну такой, знаете, антрацит. Ну не черный и не темно-серый. Синевой отдает, 70 сантиметров, тоже полностью стальной. Сложить нельзя, все легкое. Перфорация, чтобы если у вас под дождем все это утекало, ничего не скапливалось. И смотрите, какой интересный изящный стул, 2000. Но звонкий больно. На кафеле еще хуже будет. То есть прям на кухне, если поставить, соседи сдохнут. Не подохнут, а... Нервные будут. Нервные будут. Так, это мы показали. А дальше Шеленд, который я вам показывала, который мне очень нравится. У него есть еще стульчик за 6 тысяч. Массив эвкалипта и стальные боковушки. И есть стол садовый. 71 на 71. Цена 7 тысяч. То есть 3 тысячи стоит, 4 тысячи стоит под столе, и 3 тысячи стоит сама столешка. Ну, давай покажем для детей. Для детей лавочку и столик. А, который тебе очень нравится? Пойдем. Да. Вообще классная штука. Мы так очень миленький. Мы так своим и не купили, да? Да папа все это грозится циркулярный стул купить. Пока папа грозится сделать, дети выросли. Кстати, хочу... Ну, столик, значит, побольше будет. Хочу как маму порекомендовать у Икеи очень классные песочные игрушки. Если видите, летом в распродаже за копейки, летом распродавали вообще по 49 рублей, надо такой набор Аленки купить. Неубиваемые. То есть пластик просто очень плотный, и нам хватает на много-много сезонов. У нас много игрушек, которые от Нади остались Алене. Детский стол для пикника, река. То есть лавочка вместе со столом. Поставили зонтик, у ребенка летом место для игр. Зонтик Рамса всего 450 рублей. То есть фактически 4000 вся вот эта красота его ходит. А мы, по-моему, в том году покупали такие, да? Да, у нас есть рамс, у нас красно-белый и зелено-белый, у нас два замка. Да. Массив акации. Тихо. Ну, вот фактически... Тихо. Фактически тот же Асхольмен, только в другой модификации. То есть, ребят, вот мне кажется, у вас, да, возникнет вопрос, что ты не докапываешься. А не до чего докопаться. Потому что вот что хорошо у Икеи сделано, так это садовая мебель. Пойдем дальше. Кстати, тоже любимец балконов. Терна. Садовый стол. Легкий, металлическое основание. Ничего никуда не складывается, не бегает. Кстати, был всегда черный, стал красный, да, вдруг? Знаешь, мне вот эти столики напоминают Францию, балкон. Куда утро, так? Булочка французская. Колоссальный. Кофеёночек. Так, и стульчик. 1300. И смотришь, как на тебя голуби срут. Ну, легкая, легкая. Легкая мебель. Удобно. Здесь тоже, ребят, сталь и массив акации. Это то, что касаемо балконов, либо небольших помещений. Здесь дизайнеры делают еще две красоты. Мешать, а мы пойдем будем. Покажем вам готовые комбинации уже в этих шатрах. Как это можно сделать? Вот такой шатер. Мы его
Уже лет 5, наверное, хотим купить, да, Дим? Он 2,20, нет? Или 2 метра на 2 метра, Таня? Мне кажется, он 2 метра. Точно. Я на память не помню, мне нужно найти к нему этикетку. 3 на 3. 3 на 3? Да. Классный. Ценника нет. Карсла. Но можно я немножко свою нотку добавлю? Я же подиум изначально под хотел него. Сделать, да, под него. Но подиум у меня 4 на 4 метра. И нам он, ну, так закрылся. Ну, поговорит со мной. Не хочу. Ну, поговорит. Смотри, что делает женщина со мной. Не буду. Вот. Может быть, это и это визуальный обман, может, так считается, что тут вроде как бы места предостаточно, вот-вот, тут, в этом шатре. А у нас, вот, который 4 на 4 подиум, место, ну, встал и. Дим, ты вот сейчас это рассказываешь, у людей даже понимания нет, про какой ты подиум говоришь. Ну, 4 на 4 метра, просто подиум. Ну, деревянный такой настил на ногах. Конечно. Дим, я не знаю, я с этой точки зрения на вы и шепотом, но шатер мне нравится, их периодически, знаете, куда берут? Нет, кто не вы... нравится, Дим, ребят. Для их для свадеб брали. Вот это вот. Ты поэтому его и не взял, ты боишься, да, что его вот... Да. Либо если мантии... делать, то его лучше сварить. Ну, в общем, здесь металлическое основание и натянутая ткань. Вот, кстати, у нашего зонтика точно такая же ткань. Смотри, как пыль из него хорошо выходит. Линейка и плара. Хочу про нее уже закончить. Значит, смотрите, помимо того, что мы с вами смотрели столы, стулья, кресла, и угольный гриль, можно сделать еще и красоту. Во-первых, ну, есть... это хранение подушечек. Да, есть, во-первых, такая вот охрененная штука. Называется она сундук, садовая скамья с ящиком. Во-первых, ребят, она на колесах. То есть куда надо, подвинули. Во-вторых, сюда можно сложить все что угодно. На ней можно и сидеть на самой. Можно. Можно даже положить матрасик и поваляться, если можно. Кто-то мелкий. И при этом все можно убрать. А дальше давайте по... А, это собачка подразумевается, да? Ну да, нашей Виталине как раз хватит и хвост свесить. Достаточно. А, смотрите, и плара можно еще сделать классный диван. При этом это не какая-то конструкция массивная, которую вы потом никуда не примените. Это отдельные элементы. То есть вот такой вот столик, он же является основанием скамьи. То есть вот он же. Кусочек, пожалуйста. И вот с такими боковыми крылышками. Дим, с какой стороны подойдешь? Ну, с любой давай. И вот с такими боковыми крылышками скамейки. Скамейка стоит с угловой секцией 6000. То есть вот с этим крылом и вот с этим. Давай ножками я покажу, что вот эта двойная секция, где-то, а нет, по одной секции. Так. Ну, ноги уберите и вот желтую скатерть. Значит, вот эта вот секция за 6000 с крыльями. Вот она по одной секции соединяется. Вот, один на... Кстати, вот еще... Вот, Диме, кажется, так даже проще, понятнее, да? Будет. Да, смотри. Вот то, что на боку, вот она, 6000 одна. Дальше вот в серединке, где подушка полосатая и с машинкой, вот, вот она, раз. Самая середина, 4500, это садовая секция с... Две боковушки, одна середушка. Да, вот то есть вот это. Ну, короче, с одной спинкой. И стол-табурет. Их здесь один. Вот сюда он воткнут. То есть получается здесь раз боковушка. Вот 6 тысяч, 4500. И вот этот столик, который можно же использовать просто как стол. К чему вообще говорила? Если вам нужно будет, что-то у вас изменяется, изменяются размеры, вы из большого дивана можете сделать маленький. Разнести, сделать как вам удобно. А можно и полностью... окружить всю, весь шатер. Можно. Хочу спросить, я знаю, что настил Рутен покупают многие. Ребят, как вам по эксплуатации? Он нам очень нравится, есть в планах постелить на балкон, но мы, честно, на него никак не решимся. Поэтому очень хотим ваш отзыв услышать. А тебе не нравится нынешний пол? Нет. Ну вот. Пойдем. Я надеюсь, наша камера выдержит. Выдержит, она еще новенькая. Сегодня уже много часов съемок. Следующая линейка тоже классно себя показала. Сразу скажу, ценник вообще не бюджет от слова совсем. Блин, я без ценников его не помню на память. А его еще не укомплектовали. Это плетеная под ротанкой из пластика мебель. Отдельно также продается. То есть комплектуется так же, как и плара. Угловая, средняя и маленькая, которую можно использовать как столик. Дим, ценников нет. Я не помню его по названию, по цене. А он, я вижу, наш зонтик, по-моему, нет? Mm? Наш зонтик или нет?
Это маленький. Вот, по-моему, наш зонтик. Что-то так, пойдем смотришь. Вот сюда, еще в один шатер. Нет, не наш. Ну, тоже жебловато. Ветер посильнее, да? Вот это меня печалит больше всего. Так, здесь у нас, друзья, моя линейка Солерон. Ни хрена не бюджетная, сразу скажу. По эксплуатационным качествам за все 10 лет нашей трудовой деятельности брали раза 3, но клиенты довольны. А теперь давайте по материалу и что у нас есть. А, Солерон, цвет антрацит. Это, то есть, соответственно, на сталь и полиэтиленовое плетение под ротан. Давай на примере вот одной покажем. То есть очень эластично, при этом прям так вполне натурально смотрится, да, Дим? Это у нас штучка для хранения. Ее же можно использовать как маленький столик. Ну, для столика, мне кажется, немножко погорячилось, потому что она очень это тянет. Почему? Если стекляшку положить, то будет берегут. Да, для этого и делают. То есть сверху кладут стекляшку, и чтобы она не проваливалась. Отдельно столик 92 на 62 с металлическим основанием 8000. Вот такая садовая угловая секция 65, ребят. Сейчас я вам ее по частям разложу. Это с учетом уже подушек. Значит, одноместная садовая секция 3 штуки 8500. То есть вот она одноместка, потому что боковушки здесь отдельно. Из фишек каждая является полноценным ящиком для хранения, потому что потом есть куда убрать подушки. Клиенты, которые брали, мужик говорит, я все лето на веранде, ну, как бы на такой открытой летней веранде сплю на этой мебели. Так, подушка на сиденье, чехол, внутренние подушки, угловые секции. В общем, вот такой большущий диван 65 тысяч. Тоже, да, опять же, плюсы, что можно покупать это все по отдельности, соединять, объединять, как вам надо. Можно сделать просто один вот такой вот уголок. Вот, вот куда я села, вот так. И все. Но это уже это. Это называется жижин только для меня. И столик. Пойдем дальше показывать то, что есть. Печалит, что никак не доделают, делают уже третью неделю. Я которое лето прошу, когда их распродают, Димку купить. Димка кричит нам, он не нужен, и так мы без гамака и живем. Не, так-то он нужен, только ставить некуда. А значит, опора для гамака 5000, гора, ну, здесь уже Дима не придерется. Опора фундаментальная. Да, Дим? Да, да. На колесике на одном можно передвигать. А гамаки сами съемные. Вот такой гамак с деревянной окантовкой 3500. Массив эвкалипта. Брали, нареканий у клиента никаких. Ткань вполне износостойкая, можно стирать, ухаживать. Вот такой гамак вообще 1500 стоит, обычно в разных цветах, но это прям классический гамак. Такой тоже брали и брали даже без опоры. Ой, так, кстати, молодость вспомни. Имел свойство однажды, когда тебя ожидал, ну, это, когда только начинали заниматься, ага. Икеей, имел свойство уснуть в этом гамаке. В этом гамаке? Классно. Да, меня это покупатель разбудил. Кто тебя разбудил? Покупатель. Ты храпел, да, на весь магазин? Наверное. В общем, прилагай. Ну, это было давно. И неправда. Да. Так, дальше. Садовый столик. Новинка. Крок ноль хэн. Крок Хольмен. Господи, Хольмены, ас Хольмены. Опять же, да, все легкое, металлическое. Дождик пойдет, ничего убирать не надо. Главное не использовать как батут. А дальше смотрите. Тронеры. Вообще это давно уже табурет приставной для сада и дома. Но вот так я его вижу первый раз. И, кстати, вполне можно как мини-столик, да, использовать. Да, почему? Но здесь два в комплекте. Дальше шезлонги. Шезлонг Хомы 2500. Полиэстерная ткань. Очень плотная, хорошо натянутая. И, соответственно, сталь. Пойдем. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты что ты сделаешь? Короче, раскладушка. Больно туго это. Одет не могу. Ну, конечно, ты ее с изголовьем ее загибаешь. Поэтому туго. В общем, слоника я положила, надо теперь его разложить. Но это, кстати, прошлогодний. Вот. Выдерживает, ребят, до 100 килограмм. Но брали клиенты и крупнее, говорят, все отлично.
фиксация хорошая, жесткая. Никуда не убежите. Прям полноценная раскладушка. Пойдем в следующий. Ну, вообще, это прям вот самый шикарный шезлонг. Дадим? Ну, да. Шум на складе, мне себя плохо слышно. Пожалуйста, полноценная кровать. 13 тысяч. Трох Хольмен. Все Хольмены. Значит, что-то есть синоним, наверное, какой-нибудь там. Так, друзья мои, я знаю, что вы нас смотрите из разных стран. Переведите нам шведское слово Тротхольмен. Металлическая основа, плетение, как у мебели под ротанг. Тоже, друзья мои, неушибаемая. Уже не первый год в ассортименте. И Плара шезлонг, кстати, за король время... шезлонг. А? Король шезлонг. Ну, я уже миллион раз сказала, в любви к Плара призналась. Он на колесах. Хотите, таскайте. Дим, покажешь? Ну. То есть спокойно можно мужа отвезти в другой угол чего-нибудь. В тенечек перетащить. Тенечек перевести зайчику. Так, здесь у нас поднимается. И вот так регулируется. Зонтик поставили, можно спать. Подушки отдельно. Вот подушка на такой шезлонг 3000. Сам шезлонг 8. Так. Сюда-сюда. Ну, пошли сюда. В этом году появилось много лавочек. Икеи, наверное, надоело, что люди за лавочками в обе ходят. Но, кстати, и не лавочки... только. А? И не только. И не только, да. Пресс-Хольм, 12 тысяч. Сталь, покрытие, массив буком. Блин, ну 12 тысяч за лавочку, конечно. Тяжелая лавочка. Сейчас еще больше тебя напугаю. 20 тысяч лавочка. Батюшка. Трехместный диван садовый. Полюбасу в распродажу кинут. Такой ну, шесть не нужен никому. Распродажа нас рассудит, да? Конечно. Ты скажешь, тысяч за 5 можно было подумать. Не более. Хороший такой доброт, но громкий. В обе аналоги есть. Ну, кстати, можно более реально дешевый. Найти подешевле. Вот это вот интересно. Бандхольман, вот этот товарищ из эвкалипта. На него еще бы что-нибудь мягонького добавили в комплект, в цену бы, да? Угу. Потому что тоже 15... Официанта, да? А? В подарок. Чего? Официанта в подарок, да? Я тебя не слышу. Ну, подойди, я тебе сейчас скажу. Официанту в подарок. Официанту в подарок? Официанту в подарок не надо. Чехол, пожалуйста. И стол Бальхольдмен 6 тысяч, размер 110 на 60. Опять же, ничего не складное. Блин, ну, как-то не вяжется ценник, хотя кресло по 7, ну да, так и выходит. Но это, ребят, новинка, посмотрю, как будет продаваться. Так, и остались у нас вот такие вот кресла, шезлонги. Кстати, вот они, любимцы. Знаю, что девчонки многие вяжут. Пожалуйста, каркас можно купить в Икее, а связать самим крупной вязкой вот из этих ниток, из которых корзинки вяжут. Значит, каркас круглого пуфа 3000, чехол стоит 1700. А каркас вот такого пуфа 2700. Давай покажем название. Сейчас, хочу сам каркас показать. Вот он. Железный металлический. Ну, мне кажется, за эти деньги и вязать не согласись. И Нерскен. Артикул. Чехол 1500. Болтрен. Так, и давай по остаткам пройдемся. Ой, вот на этот ценник не повесили. В прошлом году он стоил 4000. Очень клиенты любят. В городе на балкон берут часто. Ниточки, массив акации. Статхольмен. Табурет. 2200, ну, блин, 2204. Лучше такой. Новинка. Хусары, садовое кресло. Режиссерское, да? Большое режиссерское. Чем-то Пойнт напоминает, кстати. Да. По форме. Ну, присядьте, есть же такая же вот эластичность. Или он более жесткий? Ну, скажите же, пожалуйста. Классный. Мне нравится. Удобно, комфортно. Не, ну вот это, на качение. Более да, жесткий. Есть, вот. Не, ну он более жесткий, да, будет. Оно, вот смотри. Вот поинг, то есть покачиваешь, он потом не раскачивается. А этот, видишь? Угу. Продолжает качаться. Понятно. Мне нравится.
А еще мне вот такой понравился. Тоже новинка. Скарпа 3500. Ну, такой тазик, конечно, места надо много, да? 3500 за пластмассу? 3500. А такой 2000. Помнишь, детские были в прошлом году, но их что-то нету. Икея, ПС, Боге. Икея, не в курсе, что кризис в стране? Что за 3500? Сколько ж можно хрещет купить? Конечно. Так, ну и последний, ребят, Хоме, пляжный стул. Тоже классно себя показал. То есть удобно прям вот, да? Когда на папу нагружена собака, круг, дети. Еще и стул в зубы можно взять. Так, ребят, у нас, наверное, все, что ли? Ну, да. А, два зонтика еще не показали. Ну, видишь, опять неудобно. Ценников нет, я на память уже не помню. Я про этот зонт ничего сказать не могу. Ну что, обычный зонт. ОФ защита, судя по ткани, 20-25, не больше. Ой. Регулировка мягкая. По высоте ни шиша не регулируется. Ну, это плохо. Но сам каркас хороший. И вот такой зонтик. У нас что-то подобное. Вархольмин. Но... Да, у нас, кстати, подобное, только у нас ткань другая. И я побольше радиуса. Мне кажется, такой же. Радиуса больше. Он у нас, во-первых, вниз опускался. Да, у нас регулировка есть. А здесь угол наклона, у нас нет угла наклона. Ну, короче, мне неудобно, я боюсь. Ну, все поняли, что он это на бок сейчас. Да. Все поняли, что сейчас Таня разгромит Икея, нас окончательно перестанут пускать. Вот. Друзья мои, рассказывайте, у кого какая мебель, кто чем пользуется. Потому что, ну, блин, я не знаю, я безумно люблю Ипларо, для меня вообще вот мне ничего лучше нет. Ну, подешевле бы, чуть-чуть. Подешевле бы? Чуть-чуть. Я бы всю коллекцию взял бы. Да. Еще дом, участок и так далее. Ждем обязательно ваши комментарии. Надеюсь, мы вас не утомили. Первый раз мы ни до чего... Ну как, нет, я местами докопалась, до чего могла. Но больше, ребят, простите, ну не до чего докопаться. Ну и тут особо-то... Не как бы, объяснять-то нечего. Мебель, она и в Африке мебель. Тут нюансов особо-то и нет. Это не диван, который... Да. Это просто стул и стол. Что тут? Дерево, акация. Из одного массива покрашено разным цветом. Да. Все. Форма. Вот так что у нас все. Да. Ждем комментариев. Да. Не забываем, как обычно, подписка, прочее. Мы вас ребят, любим. Ребят, давайте поделимся этим видео. И давайте, кстати, да, делитесь видео. Ребят, кто так же, как и мы, работает посредниками, делитесь видео в соцсетях. Мы вашими конкурентами не являемся, так как людям невыгодно заказать у нас, а потом еще пересылку оплачивать. Поэтому делитесь, показывайте, что есть эксперты в этой сфере, чтобы клиенты от вас получали больше информации, больше вам доверяли. А кто хочет получить индивидуальную консультацию? У нас есть телеграм-канал, друзья мои, потому что, честно скажу, ребятушки, в Инстаграме, ВКонтакте, в WhatsApp, в Вайбере очень много времени это отнимает, поэтому у нас есть в сообществе закладка по этому поводу, там мой номер телефона, добавляйтесь в телеграм, и мы там с вами общаемся. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Это более логично и более эффективно по времени. И получается в итоге база знаний. Да, база знаний. Так что welcome в нашу библиотеку про IKEA. Да, все, пока. Все, пока.